Ну блин, отсюда даже обидно спрыгивать. Я тут-то так прекрасно, тут, знаешь, это зайчиком прыг-прыг вот. И дошел своим умом, что вот так вот надо прыг-прыг через них, и теперь мне надо спрыгивать. А мне надо спрыгивать, потому что, по ходу дела, другого выхода нет. А, да ладно, положи ты нафиг. То есть я возвращаюсь вот сюда, там этот опять вертолет. Вертолет это нам уже по прошлым частям знакомы. Слушай, мне кажется, я эти ящики уже разбивал. Спокойно. Ага, вон. Так, давай все-таки. Тихо-т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 ихо. Так, ничего. И вот здесь еще посмотрим. А, вот. Хотя бы это была подмога энергетическая. А, слушай, подожди. Это вот я с той стороны, что ли? Это просто с другой стороны. Ладно, пистик возьмем. А как я сюда пришел-то, блин, я не могу вспомнить. Нифига. Как здесь я не пройду или я пройду здесь? А здесь я вообще был? Крушим. Потому что что-то там может быть интересное. Да нет, в основном, слушай, что обидно, в основном все ящики пустые. Пустые. Так, смотрим, все равно смотрим. Пока я все не проверю, я не успокоюсь. Так, пошли дальше. Я не помню, был я тут, не был. Блин. Так. Так. Берем. Не помню, я был я тут или не был. Давай вот так сюда. Так, Е. Сюда я не пройду. Да, я здесь был, но нафиг я возвращаюсь, что-то не могу понять, конечно. Ой, ё-моё, видимо, не надо мне возвращаться, я не знаю. Ну-ка, чё, я шкаф не могу открыть. Так, катакомбы, может быть, здесь... Здесь никак, здесь никак. А, то есть я могу выйти на свободу. Да? Что, будем рисковать?